наши мероприятия, все подсайты, обсуждения с регионами какие-то начались, рабочими группами национальной предпринимательской инициативы. Тихонечко здесь проходит. Все здесь, да? Да, то есть в неделю примерно 40 мероприятий. Они все трансформированы, эти дела. Позволяет там смешивать разных людей. Куда почему называется точка кипения? То есть с регионов тоже приезжают. Конечно, все. Может, какой-нибудь региональный вице-премьер тут встретиться с каким-то стартапом. У нас есть определенные достижения. В частности, вот Эльдар Нурулович занимался всей разрешительной процедурой на строительство. И наша задача, чтобы каждый элемент был прозрачен. Для этого мы делегировали услуги, ряд услуг в МФЦ, для того, чтобы они не зависели от человека, то есть системный подход. Вот. И где-то нам уже удалось. Где-то мы еще вот находимся в проектной деятельности. Мы первый регион, который использует в своей деятельности Scrum. Проектный подход, смысл которого концентрация усилий на прорывных направлениях или на уникальных направлениях. Хорошо известно, что Scrum использовался уже как 20 лет, начинал использоваться в частном бизнесе, в частности IT. Мы претендуем на то, что он приживется у нас в государственном управлении. Это более сложная задача, но мы считаем, что концентрация и горизонтальное взаимодействие среди коллег позволит нам обеспечить решение наболевших проблем. Мы считаем, наша команда, что ОСИ делает большую работу по вскрытию вот этих подводных камней, вот этих препятствий, барьеров, которые стоят на пути развития экономики и бизнеса. Поэтому мы здесь для того, чтобы обеспечить следующий этап сотрудничества и партнерства. Мы считаем, что все проблемы, которые вы озвучиваете, они актуальны. Каждый регион должен находить способы их решать. Конечно, самое легкое – это отмахнуться от рейтинга или отмахнуться от ваших требований и сказать: слушайте, да мы разберемся сами. А у нас совершенно другое настроение. У нас и вице-губернатор в лице Эльдара Нуруловича, и Денис Петрович предметно занимаются тем, чтобы не было проблем у бизнеса. Их хватает. И подключение к теплу, к воде, канализации, и регистрация прав недвижимости, кадастрирование. В общем, проблем море. Спасибо вам большое, что нашли время. Мы с коллегами последние там, 2 года плотно взялись за тему инвестклимата, административных барьеров. Здесь у нас полное взаимопонимание существует. Я надеюсь, что мы здесь дальше продвинем. В следующий год покажем какие-то результаты. Также, что важно, вот было поручение президента по итогам питерского форума подробно проанализировать результаты, посмотреть, где какие есть, скажем так, общие проблемы в регионах. И на эту тему мы проводили определенную работу с министерствами, делали целевые модели. И очень важно было, чтобы регионы на них посмотрели. Вот спасибо коллегам, спасибо Денису Петровичу. Мы очень серьезное совещание провели в Московской области. Там нас покритиковали должным образом. И нам это сильно помогло вот эту всю работу сделать. Надеюсь, на качественном уровне. Будем или в ноябре, или в декабре докладывать руководителям по этой теме. Президента совета, наверное, посмотрим. Здесь тоже вклад Московской области сложно переоценить в критическую оценку вот этой системы. Спасибо. Для нашей страны, для региона Московской области в частности, очень приоритетная задача – это развитие экономики. Совершенно очевидная и банальная, в общем-то, вещь. Однако сделать результативную работу в области экономики не так просто. Вы знаете, что Московская область обладает 2-м бюджетом в Российской Федерации. Это порядка 550 миллиардов рублей. И каждый год в Московской области инвестируется порядка 600-650 миллиардов рублей. У нас 3 экономические зоны. Это Ступино-Квадрат, Фрязино и Дубна.
Мы единственная экономическая зона, которая в этом году расширяется. То есть мы прирезаем дополнительные 35 гектаров. Не потому, что нам нечего делать, а потому, что территория вся уже востребована. Это очень важный такой элемент, потому что экономические зоны создать, в общем-то, дело не хитрое, а вот чтобы приходили резиденты, чтобы формировались, образовывались рабочие места, это уже более сложная задача. Мы приняли программу, по которой у каждого муниципалитета есть своя территория развития. Например, Озёр и Талдом, удаленные территории, обладают землей, но не хватает рабочих мест. Поэтому у нас действует программа, которая предполагает обеспечение инфраструктурой определенного участка земли. Например, в Талдоме это 300 гектаров земли, куда мы подводим дорогу, электричество, газ, для того, чтобы инвестор приходил на все готовое. В отдаленных территориях Московской области огромный спрос на рабочие места. Поэтому мы стараемся своими действиями обеспечить благоприятный климат. Но должен признать, что порядка миллиона человек каждое утро ездит на работу в Москву. В общем-то, любой мегаполис так устроен в мире, что из пригородов, из прилегающих территорий ездят люди. Но мы все-таки претендуем на то, чтобы создавать рабочие места. Мы единственный регион, который ежемесячно проводит встречу с бизнесом. Это открытый день открытых дверей, когда бизнес приходит по определенной тематике. Не просто так поулыбаться, а совершенно конкретными вопросами. Каждая следующая встреча начинается с протокола, который составлен на предыдущий. Поэтому встречи объединяют в себе порядка 200-250 предпринимателей бизнеса. Это не только малый бизнес, но и средний, и крупный бизнес. Для того, чтобы разбирать все эти вопросы. Я хочу закончить с того, с чего начал. Это очевидная вещь. У нас второй бюджет, но недостаточный. Мы считаем, что наш бюджет должен как минимум быть на уровне 1 000 000 000 рублей. Мы 17-е в стране по обеспеченности на душу населения в части бюджета. У нас большая территория, и, как вы прекрасно понимаете, вся ваша команда, что перед Московской областью свои вызовы и свои проблемы. А решать их без денег, к сожалению, мы не научились. Наша задача искать слабые места. Для того, чтобы достичь чего-то высокого и большого, нужно работать, и работать эффективно. Мы стараемся сделать максимум возможного, чтобы бизнес в Подмосковье, инвесторы в Подмосковье чувствовали себя защищенными, чтобы они зарабатывали денег, желательно много денег, чтобы у них был успешный опыт, и в этом видим свою задачу. И благодаря ОСИ, которая ведет свою деятельность на территории всей Российской Федерации, мы находим эти самые слабые места и их исправляем. Поэтому это партнерство, я не сомневаюсь, даст не просто нам место в двадцатке или в десятке. Это, конечно, важно, но не так, как реальное изменение инвестиционного климата. Наша задача, чтобы в России было легко, удобно, выгодно заниматься бизнесом, создавать рабочие места. Вот главный вызов, который мы обсуждали сегодня утром. Мы очень серьезную работу ведем совместно с коллегами из Московской области. И то, что мы видим вот по ряду позиций, Московская область не просто входит в двадцатку, она становится носителем лучших практик для всей страны. Это подключение к газовым сетям, это система управления градостроительной деятельностью, это еще ряд показателей. Поэтому я думаю, что совершенно точно предприниматели это оценят и в следующем году в национальном рейтинге 100%.